Діаль-сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігор Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, редактор воєнної рубрики журналу «Фокус». Ігор, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Да, приветствую. Хочу, знаете, с вами начать наш разговор как раз с того, на чем мы закончили в прошлый раз. Мы говорили о том, ну вот каким образом Россия сейчас мобилизует свои силы, возможно, свою экономику. И тот пример, который я приводил в прошлый раз, о нем писали в том числе российские независимые медиа, о том, что вот в Татарстане привлекают студентов колледжа определенного, да, заточенного под такие вещи, для того, чтобы они собирали вот эти шахеды. Делали это все вручную, там говорится о том, что они это делают по несколько дней без сна и без еды. Цитируют одного из студентов, что все боятся, им нельзя об этом говорить, но руководство нас очень сильно запугивает по этому поводу. И вопрос, конечно, такой, а чем Украина может ответить вот на подобные действия России? Смотрите, ну тотальная война всегда тотальная мобилизация общества всего. В Израиле в свое время, ну, вы знаете, вот эта вот школа, да, мобилизация женщин, детей. Я про Израиль говорю сейчас, в первую очередь. Как делать в Украине, это Украине решать. Да, но в Израиле с самого начала, когда Израиль образовался, мобилизация включала в себя обязательно и мужчин, и женщин. А дети, ну, в школах и так далее, вот это, что называется, добровольно-принудительно. То есть, знаете, субботники или там уроки труда, да. На уроках труда вы можете пилить какие-нибудь, не знаю, там, лошадок из дерева, а можете пилить доски для блиндажей, которые там грузовики подвозят на фронт. Ну, вот в Израиле вот так вот было все мобилизовано, сделано. Еще, кстати, до 90-х годов. Я помню, в 90-е годы я учился в школе уже тогда в израильской, и... А я же как бы там, я же родился в Одессе, буквально там, буквально один класс, первый класс, я учился еще в Одессе, в одесской школе. А потом я сразу в младший класс учился в Израиле. И я очень удивился, что в Израиле нас повезли там на какие-то там пахать поля, где-то что-то делать, и, там эти вот все были программы сионизма там и так далее. Я очень удивился, потому что в одесской школе, в обычной, ну, в государстве мирного времени, тогда в молодой Украине, которая появилась, ну, там просто учили, не знаю, там, литературу и, не знаю, математику, вот, ну, для первоклашек, конечно, это все самое простое. А потом вот для фактически второклашек, третьеклашек в Израиле, я смотрю, какая-то вот такая мобилизационная штука, да, вот, нас там построили строем, зачитывали какие-то там вещи, помню, на этом, на... ну, там, для утренников вот в школе, такой плац. Вот, и если мы говорим про 50-60-е годы, когда в Израиле были такие страшные войны, тяжелые, как сегодня переживает Украина, мобилизовали вообще все ресурсы, все, что только можно, до конца, максимально. Вот. И если вы смотрите в разрезе истории, то это делал не только Израиль, это делали и другие государства, которые были вынуждены. То есть, знаете, есть такое понятие, там, не знаю, в истории или в социологии, я просто не историк, не социолог, не хочу как бы вот... сейчас ерунду сказать, но есть такое понятие, как вынужденная милитаризация. Так вот, те государства, которые были, стояли под вынужденной милитаризацией, милитаризовывали все общество. То есть там политики, да, депутаты все идут служить, да, идут на фронт. Женщин тоже мобилизуют. Причем, ну, опять же, когда говорят про женщин мобилизуют, имеется в виду не обязательно на войну, да, на фронт, наравне с мужчинами. Ну, например, мобилизация там экономическая, да, обязательно, там фабрики, всякие такие вещи и так далее. В Израиле до сих пор, например, такая вещь существует, солдат, который... освободился со службы, ушел с армии, но в Израиле там же не контрактная армия, кто не знает, в Израиле только срочная служба. Так вот, солдат, который закончил, есть ряд работ, которые он может, которые он должен отслужить для того, чтобы получить определенные дальше потом эти льготы жизненные и так далее. Вот. Это называются такие работы общественно полезные, то, что называется. Это, и обычно это работа, которые люди стараются на них не идти. Ты должен там полгода отслужить, да, на этих работах, отслужить, по Фрейду, отработать на них. Например, как там, бензоколонка, например, да, там автомобили, всякие такие вещи, какие-то еще другие службы, да, там почтовые службы и так далее. Ну, то есть понятно, что человек, если хочет как-то крутиться в обществе, он как бы захочет как-то все-таки делать карьеру свою и в каких-то там вещах таких более, вот, скажем, ну, более приятных, назовем это так.
Да, никто не хочет по жаре, будучи простым рядовым почтальоном, бегать всю свою жизнь. Поэтому мотивируют молодые граждане, которые закончили армию, пойти вот так вот служить государству на общественно полезных государственных каких-то таких работах, ну, которые для всех нужны и всем полезны. Это до сих пор практикуется, хотя вроде бы и не 50-е, не 60-е годы. То есть огромная доля государства в жизни граждан, что логично, потому что вопрос мобилизации это всегда вопрос о государстве, и вопрос о национальной безопасности армии – это вопрос о государстве, потому что армия – это главный государственный институт, то есть армия не существует отдельно от государства. Вот. Это очень важно понимать, это, мне кажется, ключевое. И не может быть сильная армия со слабым государством, это как бы вещи, которые не сочетаются. Сильное государство равно сильной армии, наоборот, сильная армия – это сильное государство. А оно требует, как я уже сказал, мы возвращаемся к началу, мобилизации всего и всех, и это очень широкая тема, большая, огромная, и можно посвящать ей целые часы, вот, чтобы о ней говорить. И когда мы видим, например, в России вот такие вещи, когда там привлекают детей, вот, мы знаем, что государство в России сильнее, чем в Украине, вот, но более авторитарно, более вертикально, вот, более тотально, более всеохватывающе и так далее. Им проще, там им не нужно спрашивать и так далее. Они говорят о СВО, так называемое, значит, СВО. Говорят, что не война, значит, не война. Говорят, строем пойти куда-то там собирать шахеды. Люди идут строем собирать шахеды. Говорят, где-то там работать в три смены. Люди работают в три смены. Вот такая вот командно-административная вот, экономика. Можно над этим смеяться сколько угодно, что это тоталитаризм, диктатура, и вот это, короче говоря, там всевозможные вот эти все, да, вот враги. Но по факту это работает. По факту это работает, потому что даже демократические общества, мы берем Вторую мировую войну, берем западные демократии, они мобилизовывались максимально. Да, Великобритания, которая стояла перед угрозой вторжения нацистской Германии, когда осталась одна. В 40-м году Франция проиграла, США еще в свою войну не вступила. Советский Союз был по факту союзником нацистской Германии, и Великобритания была одна, сражалась. Вот. Авианалеты на Лондон огромные, там тоже мобилизовали всех, все. Там не хватало оружия даже, то есть там ополчение британское, которое тренировалось и которое береговая оборона была, им палки выдавали, потому что оружия не хватало у британцев там. Это же остров. Вот, то есть там все мобилизовали максимально. Когда вот знаменитая речь Черчилля, мы будем сражаться на море, в воздухе, на холмах, вот на берегу. Вот. Я не могу вам ничего предложить, кроме пота, слез и горя. Знаменитая его речь. Вот. Но он же не сказал, что ну, все будет хорошо и завтра победим. Он сказал, нет, будет плохо, под слезы и горе будет. И это действительно как бы то, что ждало британцев. Это сегодня мы знаем, что да, там и Советский Союз, и США, и запустили свою экономику, и ленд-лиз, и так далее. У нас есть такое послезнание, да. И разгромили всех, и вот и японцев разгромили, и так далее. А в 40-м году реально вот, поставьте себя в калоши британцы. Вот. Непонятно было, вы одиноки остались на своем острове перед гигантской, огромной, могущественной силой, которая покорила всю Европу. И казалось бы, да, и ваш город уничтожают ночные авианалеты на этот на Лондон. И вот и видим пример демократии, которая мобилизовала максимально тоже все силы, все возможности, которые были. То есть это не обязательно нужно быть тоталитарным государством, чтобы ваше государство максимально запустило все механизмы для полномасштабной войны. Тут же много есть вопросов к тому, как сильно изменилось общество, не знаю, европейское, например, да, со времен Второй мировой войны, и насколько более разнеженными мы все стали. Я просто обратил внимание на то, что вот буквально, кажется, вчера вышло интервью, большое BBC дал интервью Тарас Чмут, глава фонда «Повернись живым», и там в заголовок вынесена его цитата о том, что в этой войне служить будут все. И я тоже понимаю, что наши коллеги из BBC это делают не случайно. Это для того, чтобы был некий шокирующий эффект. Да, вот смотрите. А вот как в современных, ну вот в сегодняшних государствах эта такая мобилизация проходит, когда у всех смартфоны, все умные, все думают, что ну вот кто-то другой может защищать страну, кто-то другой по этому поводу побеспокоится. Никак, а никто не ведет такие войны. Согласен. Согласен. Ну вот еще есть такие новости из России, которые тоже обсуждают очень активно в контексте, конечно, этой российско-украинской войны. Опять же, в контексте того, что это такое репрессивное государство, которое, в принципе, может приказать своему населению все, что угодно. Там было принято несколько законов. Из этих законов делают вывод, что Путин готовится к долгой войне. Это не то, чтобы прям какая-то новость. Но, тем не менее, там расширение призывного возраста,
еще больше мужчин могут призывать штрафы за неявку о повестке, сразу же запрет на выезд из страны, как только получают эту повестку. Опять же, стоит напомнить, что ее не физически вручают, а там у них есть какой-то такой электронный кабинет, вроде как украинцев в приложении ДИА. Какую тревогу это должно у нас вызывать? Какие, опять же, действия это мы, какими действиями мы можем ответить на это? Я не знаю, я бы вообще не рекомендовал как бы думать о том, какие тревоги они должны вызывать, потому что сама полномасштабная война — это как бы очень тревожное явление, она уже идет полтора года, аж или война вообще-то идет как бы 2014 года, и я думаю, нужно перестать тревожиться, нужно просто делать свое дело, и это, что называется, будет путь, что будет. То есть это самая лучшая как бы психология как бы для... То есть той незавидной и страшной ситуации, в которой оказалась Украина. Пусть каждый делает свое дело, и пусть будет то, что будет. Россия, хотя она как бы официально вот не оглашала о том, что она будет проводить вторую там волну мобилизации и так далее, нужно понимать, что всю зиму и весну подготавливала базу на случай. То есть они создавали у себя там списки данных, уточняли, проверяли свои военкоматы и так далее. То есть они максимально вот приводили, так сказать, в какое-то плюс-минус адекватное состояние систему призыва. Вот. Призывы они боятся, известно. Известно почему. Потому что Путин больше боится своих граждан, чем там какой-нибудь, не знаю, пресловутая НАТО или украинцев и так далее. Он знает, что Украина вряд ли до Москвы дойдет, а вот как раз жители Москвы, они уже в Москве, их миллионы. Поэтому боится он своих граждан намного больше, именно поэтому они и так тянут. То есть, с военной точки зрения, они должны были уже проводить эту мобилизацию, но они ее не проводят, тянут. Вот, видимо, они ее проведут, когда будут большие крупные поражения на фронте, как это было в прошлом году, когда они тоже тянули с мобилизацией, и только после того, как Украина стала громить и освобождать большие территории, они решились. Но тут опять же, как я уже сказал, важный момент, базу для этого не подготовили. Это не то, что для них будет как гром, я имею в виду для структуры. Это будет как гром среди ясного неба, для структуры. Да, они всю эту структуру свою вот от пыли, как бы, да, вот ее уже встряхивали и примерно приводили в порядок. Ну, насколько это вообще возможно в рамках там всей как бы коррупции российской и всей этой как бы реалии и так далее. Но да, они этим занимались всю зиму, всю весну. Это говорит о том, что они сосредоточены. Просто мы должны понимать, я это говорил в прошлых эфирах, я повторю, что Россия взяла курс на эскалацию, войну до конца максимально. Они будут вести вот ее, они не будут деэскалировать, потому что они понимают, но они шире, да, не только Путин, это вся клика там, вот это КГБ, на которой сидит правительство, они понимают, что иначе это просто для них крах. То есть это во-первых. А во-вторых, они понимают, что ну, можно воевать, и всем пофиг. Ну, пардон. Ну, то есть населению пофиг. Миру тоже плюс-минус пофиг. Ну да, помогают Украине, но в целом пофиг. Ну, африканские лидеры приезжают ручкаться, да, разговаривать на равных там с какими-нибудь Путинами, с другими и так далее. Ну да, как бы все стало хуже. Ну, можно жить. Ну, Иран же как-то живет, Северная Корея как-то живут и так далее. Но Северная Корея не воюет, они как бы, вот у них там постоянно такая перманентная система. Ну, Иран-то воюет. Вот, и Иран это прямо модель для подражания России. Иран воюет, и у них гибнут, и у них там и так далее. Вон, Израиль постоянно бомбит и постоянно убивает иранских офицеров в Сирии и не только. Постоянно, все время. Так и а что? Ну, Ирану хорошо, живут себе дальше, проводят свою там политику, свои проекты, вот, развиваются, ну, в своих там рамках там и так далее, да, выстраивают какие-то связи. Вот, науку свою развивают, у них там студенчество развито, да, студенты и так далее. Вот государство, вот, которое вот ведет войны большое, расширяется, ведет за пределами границ, своих границ, да, там в Ираке, в Сирии, в Йемене, в Ливане, вот, на территории Израиля и так далее. Вот, не говоря уже о том, что у них там есть длинная рука, там и в Венесуэлу уходит, и не только, да, Кубу. Россия смотрит, ну, а почему мы не можем? Ну, иранцы тоже возмущаются. Причем иранцы возмущаются еще больше, чем русские. То есть они реально устраивают протесты, сжигают, подрывают базы целые. Представьте себе, в России такое, да? В России были бы какое-то движение, которое постоянно подрывали бы целые базы ФСБ, на воздух взлетали. Убивали бы полковников российских. Постоянно, регулярно, каждый месяц, предположим, да? Нападали бы на патрули, вот, эти, как его, Росгвардии, расстреливали бы. Как это в Иране происходит, там, в Хузистане где-нибудь, например, или в других каких-нибудь провинциях. Вот. А в России даже этого нет. То есть Россия смотрит, говорит, у нас даже лучше, чем в Иране. Так почему там не воевать? Почему нам не воевать вот и 10 лет, и 20, и сотню лет, и так далее? Людей много, людей 100 миллионов там даже с лишними и так далее. Почему бы не воевать? Часто фактор того, что почему останавливают войну, это нехватка народа населения. У нас просто нет людей.
Израиль всегда старается быстро закончить войну, потому что людей мало, у него людей нет у Израиля. То всегда войну нужно быстро блиц провести, поэтому такая мощная армия, чтобы это все блицом сделать. И закончить сразу побыстрее, пока люди не погибли. Вот. А у России бесконечное как бы, количество людей. Может, и сиди, воюй, как бы, вот, и кто мешает. Кстати, у Ирана тоже как бы, много людей, поэтому они и воюют. И они что делает Иран? Где он берет людей? Он набирает эти шиитские милиции, да? Так как у них этот концепт расширения исламской консервативной революции. Они набирают свои ополчения всевозможные, Хизбалла, хуситы, милиции в Ираке шиитские всевозможные. Иракская Хизбалла тоже есть и так далее. Вот. В Сирии. Вот. И бесконечный пул людей. А так как эти страны бедные и разбираемые войнами, там, гражданскими и не только, постоянно есть огромное количество обездоленных, бедных людей, которые хотят мстить, люди, которые это, и у вас бесконечно есть банк, такой пул, откуда вы можете людей брать, набирать. И вот можете вечно воевать. Это удобно, это классно, это и режиму хорошо. Вот. Режим всегда может сказать, вот там враги, что вы тут возмущаетесь? Там, в Хузистане нет водопровода, нет воды питьевой, чтобы пить. Что вы возмущаетесь, что воды нет? Враги же, вот сионисты сейчас будут. Вот там, не знаю, Азербайджан вооружается. Нужно готовиться к тому, что там злые азербайджанцы нападут. Сионистский форпост на севере, как бы Ирана, там, ну как они считают, называют его. Вот, так и Россия смотрит. Россия смотрит и говорит, так давайте будем воевать, давайте детей маршем вот на заводы, вот это вот все и так далее. Будем максимально это все углублять, расширять. Вот. Кто нас остановит, кто нам помешает? Ну, вот вы знаете, в контексте того, что всем пофиг, ну, опять, мы, конечно, тут утрируем немного, но тем не менее, мы видим, как разворачивается ситуация вокруг Черного моря, да, уже называют это войной за Черное море или битвой за Черное море. С одной стороны, понятно, что Черное море не принадлежит России, несколько стран НАТО, тут вам и Турция, тут вам и Болгария, тут вам и Румыния, в общем, так или иначе, претендуют на то, чтобы там, ну, не на то, чтобы доминировать, а на то, чтобы нормально там вести свои дела. И вот сейчас мы видим, да, все атаки на порты в Одессе, Одесской области, в Николаеве в том числе. Видим, что уже Румыния, кажется, запрашивает разрешение на то, чтобы у России. У России запрашивает разрешение на то, чтобы определенным образом пересекать Черное море. Эта ситуация вам о чем говорит? Ну, о том, что никто не хочет войны. Ну, это очевидно. Ну, ситуация, вы понимаете, если хаос, который контролируемый, неконтролируемый. Зерновая сделка – это контролируемый хаос был. Ну, война – это хаос всегда. Война – по определению хаос. Ну, потому что у вас есть тысячи вводных, которые вы не можете никак просчитать. Поэтому война – это хаос. Всегда роль политических лидеров и военных лидеров – упорядочить этот хаос. Это как бы главная вот их роль. Вот. А сейчас зерновой сделки нет, поэтому как бы это хаос, который вышел из-под контроля. Вот. Непонятно, что вдруг ударят, а вдруг там где-то нанесут удар. Они видят, что они как сумасшедшие, там бомбят, стреляют и так далее. Вот, вот и все. Ну, страх. Да, но это воевать. Просто очень интересно, что натовская военная машина, ну, если так говорить, в широком смысле она, конечно, гораздо больше, чем российская, но, тем не менее, очевидно, что такими действиями НАТО только еще больше внушает доверие к своей собственной мощи российскому государству, российской машине. Еще одни такие более, кажется, мелкие темы хочу с вами обговорить, но мне кажется, что они важны. Вот мы увидели буквально на этой неделе, да, международную оборонную выставку в Стамбуле. И там разные страны представляли свои такие новшества в оборонной сфере. Там Украина показывала надводный дрон нового поколения, называется он «Магура V5». И, ну, выглядит красиво, не знаем, как он работает. Я видел критику со стороны некоторых экспертов, типа, а зачем мы это показываем, давайте лучше будем это применять. А вот как это работает? Страна в войне, разумеется, что инженеры и там военно-промышленный комплекс, то, что от него осталось, работает на то, чтобы помогать вооруженным силам. Для чего мы показываем эти надводные дроны, как вы считаете? Продавать. Ну, ВПК, развивать ВПК. Государство воюет. Оружие проверено в бою. Всегда, когда вы приходите на рынок вооружений, вы хотите купить оружие, которое проверено в бою, а не на полигонах. Почему Израиль смог так свой ВПК развить? Потому что все израильское оружие проверено в бою обычно. В реальных условиях. Поэтому их покупают, израильские системы. Не, я не вижу ничего плохого. Правильно Украина делает, нужно развивать. И развивать свой ВПК, выходить на рынки, продавать их и так далее, и так далее.
Ну, то есть я вот вообще не вижу ничего крамольного. Ну, то, что идет война, ну да, идет война, так Израиль тоже, когда ну, идет война. Израиль в свое время там построил агенты Моссад, украли чертежи французские «Миража-5». Французы наложили эмбарго после 1967 года на Израиль. Вот. Американцы сняли, французы наложили. Вот. И кинули израильтян с «Миражом», вот, «М5», которые должны были Израиль купить. Ну, так израильские агенты выкрали чертежи этого «Миража» и воссоздали его, построили его в Израиле, назвали его «Нешер», «Орел». И построили несколько десятков таких самолетов вот, в 60-е годы, в конце 60-х годов. А потом их продали, когда еще, да, тоже вот, ну, войны были, да, там 73-го года война, потом Ливанская, а потом продали их в Аргентину. И аргентинцы купили эти самолеты, потому что знали, что Израиль с помощью как раз этих самолетов «Миражи», да, разбомбил, там уничтожил все эти там вооруженные силы Египта, Сирии в шестидневной войне. Знал, что это не просто какие-то там «Миражи», это конкретно вот модификация израильская, там израильская авионика стояла и всякое такое. Вот купили у них, ну то есть, да, то есть это абсолютно нормально, я не вижу ничего здесь крамольного, почему Украина продает или презентует. Ну, кто-то может сказать, да, давайте сами их использовать, а потом уже, когда мы победим там Черноморский флот... Так это, да, да, просто нужно понимать, это же продается, это же не как в супермаркете, вы взяли там килограмм яблок, вам дали килограмм яблок, вы продаете лицензию, то есть продаете чертежи, или продаете, допустим, технологии, или решения какие-то. Это не обязательно, вот есть 50 морских дронов, и Украина 50 морских дронов кому-то отдаст, они используют их против Черноморского флота РФ. Нет, там один продадут, а остальные 49 используют. Так что ну, это очень профанский взгляд просто на процессы. Да, понятно. Тут, если уже говорить о боеприпасах, мы увидели вояж министра обороны российского Шойгу в Северную Корею. Понятно, что там уже есть предположение о том, что якобы он хочет получить некие снаряды, боеприпасы, которых России не хватает, что вот ну, там они полностью совместимы, просто потому, что Советский Союз все это поставлял КНДР. Но тут интересный момент, что про возможную роль Северной Кореи в этой войне мы уже слышали много-много раз. И о том, что очень много ракет сейчас появится северокорейских. И о том, что, кажется, миллион северных корейцев придут прямо и будут вступать в ряды российской армии. И еще эти же корейцы должны были что-то такое делать на территории так называемой ЛДНР, да, никем не признанной террористической группировки. На ваш взгляд, вот этот поездка Шойгу, это больше про что-то практичное или больше ИПСО? Ну что вот смотрите, бойтесь, Северная Корея приближается. Ну, понятное дело, что он туда поехал не на парады просто смотреть. Ну, миллионы всяких северокорейцев – это бред. Вот, что до боеприпасов? Да, там боеприпасы есть. У них как бы советская номенклатура всевозможных как бы, там, вооружений, вот, это и танки, и артиллерия и так далее. Это все действительно есть. И Северная Корея – это гипермилитаризованное государство. Мы можем допускать, что в больших количествах это есть. Вопрос в логистике. Полземного шара – как это все вести? Вот украинский военный обозреватель, да, Александр Коваленко, он очень неплохой подсчет у себя сделал, в его блоге у него есть. Который он видел в Телеграме, где он написал, что это фактически там подвоз снарядов через всю Сибирь, да, с помощью железнодорожных сообщений на один день боев. И потом опять, да, по новой ввести. Ну, то есть там одна железнодорожная ветка буквально со Северной Кореи есть. То есть вопрос в доставке, как это все доставить. И как бы скорость доставки. Вот. Очень верное замечание. То есть, да, Коваленко очень верно подметил в плане вот именно логистических возможностей. Поэтому, как мне кажется, он туда все-таки не за снарядами поехал. Это не отметает того, что они какие-нибудь, например, мины, да, могут там повезти, да, там загрузить. Но мне кажется, он поехал за какими-то технологиями. Возможно, беспилотники или что-то такое. Там не просто так вот сейчас тоже разгоняют, показывали беспилотники северокорейские, которые презентовали, и парад, на котором Шойгу принял участие на нем, как зритель, там, да, с Кимом вместе стоял, там они прогнали не только ракеты свои обычные, которые они уже каждый парад гоняют, но и беспилотники, в том числе, которые там до безумия похожи, как две капли воды на американские беспилотники. Ну, понятное дело, что это, видимо, сбитые, которые иранские, иранцы передали это в Северную Корею, Северная Корея обратными, ну, Иран и Северная Корея обратными как бы инжинирингом воспроизвела их. Да, это интересный, кстати, путь, что сначала Иран крадет их у США, потом передает КНДР, и потом КНДР передает это России. Ну, посмотрим, появятся ли они. Игорь, спасибо вам большое за вашу аналитику. Хочу нагадать нашей аудитории. Игорь Левин, офицер армии обороны Израиля, військовий аналитик, редактор военной рубрики журналу «Фокус», был с нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.